комплекс дыхательной гимнастики Уджайи Вьяяма. Значит, мы уже освоили, что такое Уджайи Пранаяма, дыхание Уджайи. Поджатая горловая щель, контролируем через горловую щель поток воздуха на вдохе и на выдохе. Мы освоили, что такое дыхание животов, ребрами, ключицами, то есть полное йоговское дыхание. И теперь соединяем все это в движение. И первое телодвижение у нас будет подъем рук через стороны. Поехали. Исходное положение, ножки вместе, почувствовали пяточки, пальцы ног, внешние стопы, колени, копчик, позвоночник, макушечку упираемся в потолок. Руки у нас расслаблены, разворачиваем руки в стороны и делаем вдох с дыханием Уджайи. На носочках поднимаемся. Потянулись, выдох. Мягенько опускаемся на пятки. Вдох. Выдох. Проглаживаем пространство ладошками. Вдох. Потянулись пальчиками, коснулись, выдох. Пяточки вниз, прогладили все. Второе движение, руки вперед и вверх. Мягкий прогиб в грудном отделе, копчик и поясница зафиксированы, вдох. С копчиком чуть-чуть вниз, фиксируем таз, выдох. Дыхание Уджайи. Когда будете самостоятельно делать, вдох. Можете попробовать медленно-медленно, долго выдыхать, вдыхать и выдыхать. Выдох. И еще вдох. Выдох. Хорошо, вдох, выдох. Понаблюдайте, как меняется состояние. И теперь разводим руки в стороны. Руки перед собой вперед вытянули и в стороны. И чуть-чуть раскрываем ладошками вверх. Вдох. Грудной отдел раскрыли. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Ладошки проворачиваем, вдох. Выдох. Первое упражнение делаем, вдох, руки через стороны. На носочках поднялись, потянулись пальчиками вверх, выдох, прогладили пространство. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. На носочках. Выдох. Помним, как мы дышим Уджайи, пранаяму. Соха. На вдохе со, звук про себя. Мантра со. Хам. На выдохе. Губы закрыты. Хорошо. Вперед руки и вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Чувствуем, как передняя часть вытягивается. Вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. И руки раскрываем в стороны. Вдох. Ладошками вверх. Выдох. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Всего хорошей практики.